Как дела? Ну, у вас, конечно, вообще весело. В моем 84-м году таких стадионов еще не было. И Питер не был еще таким прекрасным. Да и Санкт-Петербургом он даже не назывался. И, честно говоря, концертов я еще никогда не вел. Ну, не будем считать дискотеку вот этой культуры. И поэтому я думаю, что мне нужна помощь. Как насчет привлекательной соведущей? Что думаете? Привет, народ! Я Камила Валиева. С моим помощью будущего. У меня на календаре сейчас 2124 год. Вы представляете? У нас тут классно. Но, конечно, немного скучновато. А вы там, как я вижу, вовсю зажигаете, да? Или знаете что? Я, пожалуй, отправлюсь к вам. Вы же не против, дорогие мои прабабушки и прадедушки? Отлично. Они тогда потомки. Привет, потомки! Ну и как там у вас будущее? Наверное, роботы уже давно за всех пашут. Да, роботы пашут во всем. Но ты знаешь, есть вещи, которые даже роботы в нашем будущем не могут сделать. Например? Например, писать классные песни. Как это делает дуэт, который прямо сейчас выйдет на сцену. Не зря у них более миллиарда просмотров в соцсетях, 15 золотых, платиновых и бриллиантовых синглов и куча других наград. Встречайте, звезды петровских ассамблей. Ассамблей 3, 2, 1. Филатов и Кэрол!